Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Мы все знаем, что хорошо время от времени очищать наш дом от ненужных вещей и мусора. Однако есть предметы, которые мы не хотим выбрасывать, потому что мы можем обрести большие проблемы. Многие вещи энергетически связаны с нашим домом и людьми, которые живут с ними. Некоторые из объектов помогают создавать благоприятную энергию в жилище. Есть и такие, которые не привлекают удачу. Но если вы выбросите их, с вами может случиться что-то очень плохое. Итак, что же нельзя выбрасывать из дома? Волосы и ногти. Да, звучит странно, но на самом деле, когда мы состригаем волосы или ногти, лучше не избавляться от этих вещей в отдельности. Существует немалая вероятность того, что недоброжелатели могут отыскать эти вещи, а потом провести различные магические ритуалы с ними. Конечно, вы не можете хранить эти вещи вечно у себя в доме, в этом нет необходимости. Вам просто нужно постараться избавиться от них, чтобы никто не мог их найти, например, аккуратно упаковать их в бумагу. Часы. Часы – это время, а время выбрасывать запрещено. Часы считаются магическим объектом, который относится к человеку и месту, где он живет. Часы буквально всасывают вашу энергетику, поэтому просто даже выкинуть их небезопасно. Хлеб. Во многих культурах хлеб считается священной пищей. Он символизирует богатство и семейное счастье. Хлеб не следует выбрасывать в мусор. Если он уже не свеж, скормите его птицам или домашним животным, поделись своим хлебом, не выбрасывай его. Кошелек. Кошелек – это место для хранения денег, что делает его финансовым талисманом. Он может быть изношен и непригоден для использования, но это не означает, что вы должны немедленно отправить его в мусорную корзину. Возьмите новый кошелек и переложите в него свои деньги, но оставьте в старом пару монет или купюр. Это будет гарантом, что деньги не исчезнут у вас. Также лучше в первую неделю носить старый кошелек вместе с новым, чтобы они сдружились. Энергетика перейдет к новой вещице, поэтому процесс избавит вас от неприятных последствий. Фотографии. Как правило, если вы выкидываете фотографию, то в скором отношения с человеком на фото могут быть испорчены, даже если вы с ним очень близкие друзья. Если вы хотите выбрасывать фото, то утилизируйте снимок с врагом, потому что подобным изображением лучше не храниться дома. Самое лучшее – это вообще не выбрасывать фото, даже если они занимают много места. В них копится серьезная доля энергетики человека, поэтому, избавившись от них, вы опустошите морально и себя, и человека на фото. А что из ранее сказанного выбрасываешь ты? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.